Гляди, это фотоальбом. Тут и вся моя жизнь. Вся. А здесь у меня 3 месяца. Не похож. Конечно, не похож. Это же не фотка, а чертеж. Ну, тогда у нас фотоаппарата не было. А мамка у меня на табуретной фабрике работала, чертежницей. Табуретки чертила. Вот, решила меня на память начертить. Поэтому я здесь сильно на табуретку похож. А, это же фотка настоящая. Это мне 5 лет, я в садик иду. Времена тогда тяжелые были, строгие. А детсадик построили. Главное, недалеко от дома, в соседней деревне. Всего 15 километров от нас. А я ж парень боевой был, я без рогатки с дома не выходил. В курей, в козлов, в пионеров стрелял. Отцу надоело меня крапивой стягать, он меня в детский садик определил. Детский садик по тем временам престижный был, строгого режима. И вот бабушка, как светать начнет, она меня растолкает, разбудит, отведет на самую пушку леса, покажет палкой самую чашу и говорит, иди, там садик. И главное, все время в разные стороны показывает. А я всегда доходил. Кругом тайга дремуча, медведя, волки. А я их не боюсь. А чтобы волки меня боялись, а? Иду и песню боевую пою. Гайдар, шагай впереди. Ух, волки Гайдара боялись. Это вот даже школа пошла. 3-й класс. А где я? А вот в том углу стою. Это 5-й класс. А где я? А вон в другом углу стою. Вот это 7-й класс. А где я? Ни в одном углу меня нет. А, я же не в углу, я в кружке. Умелые руки, вот. В самом центре моего лица, правда, не видать, только рука учителя и затылок мой. За трещину мне дают, сука. Ну что, мы тогда хотели коммунизм за 20 лет построить. Учитель хотел, и я тоже хотел. И из пластилина вылепил коммунизм. Не за 20 лет, за 1 урок. Здоровый такой коммунизм, длинный. Тут это же армия. Вот батальон наш. А где я? На гауптвахте. Или в самоволке. Ну, это даже оттепель была. Я так и служил. 3 суток в самоволке, 3 на гауптвахте. Это же свадьба моя. Зинка моя. Тёша, мать её. Вот, отец. Дед с ружьём. А где я? Фотограф хрен. Он же их выше пояса взял, а я-то ниже. А Зинка у меня молодец тоже на лесофабрике, как мамка моя работала. Ударницей комтруда была. Её за это в Монголию услали. Она месяц монголов учила на табуретках сидеть. Вот, гляди, вот она с каким-то монголом в обнимке. Собака. Совсем совести. Чужого монгола в семейный альбом. Глазки узенькие, морда во. Подожди, у монгола уши мои. Весь пинжак. Так это ж я. Ну, вспомнил. Зинку обмывали с возрожденницей. Ну, видишь, как мне рожу раздуло, глаз не видно. Нужно 3 дня гуляли за отголы. Мы же ребята боевые были. Мы вот как дружине пойдем, повязки красные нацепим, выпьем для храбрости и идем ловить друг друга. А нам за это отгулы. Вот здесь есть фотка, меня вообще не узнать, но это точно я. Я же каждый месяц соревнований выиграл. И за это мою фотку на стен. Лучшие люди района. А мы с ребятами это дело обмоем и домой. А там по дороге вытрезвителя, у них свой стенд. Они позорят наш город.
Смотрю, через два дня фото с того стенда на этот приклеили. Фотограф предал. Нет, нет, чтобы сразу две фотки сделать. А это что за фотка такая? О, чувствую, я здесь и кудрявый, и волосатый. Никогда кудрявым не был. И ладно, фотка какая-то зеленая. Я в овальчике, узоры кругом, сбоку надпись. Заначка моя. Заначился, был куда. Ну что, теперь будет на что жить. Ну, сейчас будет моя любимая фотка. Последняя. Юбилей мой. 51 год. Как меня поздравляли. Какие слова говорили. Обнимали, целовали в засос. И где это все? Фотограф засветил. Белый лист, будто и не жил. Ах, фотографы-паразиты. Всю жизнь мне испортили.